Аузу биллахи минаш шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас в нашем телеканале Хади ТВ3 и хотим принести свои соболезнования в связи с трауром, с гибелью, годовщиной гибели Фатимы Захры, саламуллахи алейха. В связи с этим событием мы начали серию передач, посвященных этой теме, и для этого мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого худжат аль-Ислам валь-Муслимин шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Уважаемый шейх Гурбан, у нас осталось примерно 2 передачи, посвященные этой теме. И на прошлых передачах мы очень много вопросов обсудили касаемо этого вопроса. То есть вы рассказывали нам про толкование аята Нур, Сура Нур, аят про то, что госпожа Фатима Захра саламаллаху алейха является Нуром, светом Аллаха, и она ведет людей из мрака к свету. Потом вы перешли к потомкам Фатима саламаллаху алейха. Я, конечно, может, и не все сейчас помню все передачи, но, как я помню, пришли к потомкам ее, какой они вклад сделали на сегодняшний день, как они распространяют истину, по поводу их качества и количества рассказывали. И потом вы перешли к теме единобожия, то, что госпожа Фатима Захра саламаллаху алейха и вообще все непорочные являются условиями для достижения довольства Аллаха, для правильного понимания единобожия, и такие люди будут в убежище, как вы сказали. То есть те, кто являются мусульманами, они являются в убежище. То есть те, кто верит в единого Бога. Но есть условия. Условия как раз таки это ахлал-бейт, непорочные. Могли бы продолжить данную тему? Ауду биллахи минаш шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Ва бихи настаин. Ва хуа хайру насрин ва муин. Вассалату вассаламу аля сейдил анбияи валь мурсалин. Ва аля алихи тайбин ат-тахирин аль-маасумин. ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Мы говорили о том, что его светлость имам Садык, я чуть вернусь назад, очень коротко, потому что неоднократно повторяли. Все-таки тема нашего обсуждения, его светлость имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что ее светлость Фатима аз-Захра саламуллаху алейха есть пример, который приведен в Священном Коране, в суре Нур, пример Мишката. То есть Мишкат, который является примером света Бога, приводится пример света Бога Мишкатом. Этим Мишкатом, а на самом деле хранителем света Бога, является ее светлость Фатима аз-Захра саламуллаху алейха. И в следующем аяте суры Свет, суры Нур, говорится: «Фи буютин адиналлаху ан турфаа ва юдкара смуху». То есть, и этот мишкат находится в домах, в котором разрешено возвыситься и в которых поминается имя Бога. И в этих домах постоянно восхваляется Бог, как утром, так и вечером. Постоянно происходит восхваление Бога. То есть, и мы также со слов его светлости пророка Нуха, алейхиссалама, который говорит: «Прости меня, прости моих родителей и того, кто войдет в мой дом, будучи верующим». Мы в толковании обнаруживаем, что его светлость имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что домом пророков являются, домами пророков является божественное руководство. То есть этот дом, в котором находится этот свет Бога, то есть единобожие и все остальное во всех ее, и главное здесь центральный вопрос, это, конечно же, единобожие, учение света Бога. Единобожие находится в этом доме, в доме пророка, который в то же самое время, как мы знаем из преданий, является домом ее светлости Фатимы аз-Захра саламуллаху алейха. И здесь у нас огромнейшее множество преданий, огромное множество подтверждений тому, когда был ниспослан аят «Иннама юридуллаху лиюдхиба анкум уридса ахлал-бейт ва ютаххиракум татхира». Аллах всего лишь хочет отдалить от вас скверну, о обитатели дома, о ахлал-бейт. и очистить вас наилучшим очищением». Когда этот аят был ниспослан, множество преданий имеется, что его светлость пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям собрал под своим плащом, под своей накидкой собрал ее светлость Фатима аз-Захра саламу алейха, ее супруга, их детей, и сказал: «Они и есть обитатели моего дома». Они и есть обитатели моего дома. И когда также после этого, после неспослания этого аята, его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, согласно достоверному преданию, 6 месяцев каждое утро, вставая на утреннюю молитву, проходил мимо двери ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха, и говорил: «Иннама юриду лиюдхиба анкум риса ахлал-бейт ва ютаххиракум татхира». И этим аятом его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, будил обитателей этого дома, который был домом Фатимы, саламу алейха, будил на утреннюю молитву. То есть это все ясно, недвусмысленно говорит о том, что именно дом Фатимы, саламу алейха, мы ничего подобного не обнаруживаем ни в отношении ни одного из других домов, ни в отношении ни одного из каких-то других семей и так далее. Мы обнаруживаем подобное поведение со стороны его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, только и только в отношении Фатимы аз-Захра, саламу алейха, и ее супруга, и ее детей. И в совокупности с пониманием аята из суры Нур, в котором говорится, что «Масалу нурихи ка мишкатун фиха мисбах», что пример света Бога является мишкат, в котором находится миспах, и под мишкатом подразумеваем ее светлость Фатима аз-Захра, саламу алейха, и что этот свет Бога находится в доме пророка, все совершенно становится ясным, понимание становится ясным, что эта религия, это учение, этот свет Бога, свет Ислама, свет Откровения, свет Священного Корана доступен только из этого дома, из дома пророка, саллаллаху алейхи ва салям. И также необходимо понимать, что под домом пророка мы не подразумеваем, да, эти люди были кровными родственниками его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, но ключевой момент заключается не в этом. Ключевой момент заключается в том, о чем сказано в Священном Коране. В Священном Коране, когда речь заходит об Ибрахиме, алейхиссалату вассалам, Всевышний что говорит? Говорит, самыми близкими к нему были уверовавшие, верующие, самые близкие к Ибрахиму, алейхиссалату вассалам. То есть близость к пророку определяется верой, степенью приближенности к Богу, а не кровным родством. Да, они помимо этого и были кровными родственниками, и на это есть объяснение, и этому есть веская причина, почему именно из родственников были эти приближенные к Богу люди, эти авлия-уллах. Почему именно? Этому есть объяснение, но это уже немножко отдельная тема. В любом случае, что мы хотим сказать, когда в Священном Коране говорит Всевышний, обращаясь к Ноху, что твой сын, который отказался подняться на этот корабль спасения, который был построен тобой, он уже перестал быть твоим сыном, он перестал быть из твоего рода, он перестал быть твоим родственником, твоим сыном. Он уже не является из твоего дома, он не является уже обитателем твоего дома. Это о чем говорит? Этот аят ясно, недвусмысленно говорит о том, что ее светлость Фатима аз-Захра, саламуллаху алейха, и ее супруг, и ее дети были из числа обитателей дома посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, только и только потому, что были приближенными Бога, благодаря только своей вере и духовному величию. Потому что если бы они были бы также родственниками его светлости посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, но были бы лишены этих высоких степеней веры, то ни о каком причастии к дому пророка речи бы не шло, потому что ясно и двусмысленно об этом сказано в самом Священном Коране. Тот, кто далек своей верой от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, тот не может быть из членов его семейства, из членов его дома, потому что родство и близость к пророкам определяется не кровной связью. То есть, как может, например, лицемер, как может быть неверующий, многобожник, быть из дома посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, даже если он имеет кровное родство с ним. Нет, здесь, как сказано, не в одном, а в нескольких аятах Священного Корана, родство с пророками определяется не этим, а приближенностью к Богу. Близостью, духовной верой определяется. Таким образом, именно из этого дома, из дома посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, членами которого являются, обитателями которого является ее светлость Фатима аз-Захра, саламуллаху алейха, не потому что она его дочь, а потому что она является непорочной, а потому что она является приближенной к Богу. И все те достоинства, которыми она обладает, бесчисленные достоинства, даже понять, которые мы порой не можем. Представить себе сложно все ее положения, все ее величие и все ее достоинства. Ее супруг, ее дети, ее потомство. Вот те, которые являются настоящими обитателями дома посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, те непорочные, возвышенные люди, которые и являются причиной распространения этого света Бога. И от них распространяется свет этого Бога. Именно поэтому мы обнаруживаем, что лицемерие и неверие в лице некоторых людей, которые были современниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, после смерти его светлости, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что они попытались сделать? Они попытались сделать нечто. Шейх Гурман, если можно, вот про нечто рассказать после небольшой паузы, потому что мы вынуждены прерваться. Уважаемые наши телезрители, мы прервемся в небольшую паузу, после чего расскажем этот интересный момент, продолжим. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, мы прерывались в небольшую паузу, о которой хотели рассказать очень важный момент. Шейх Гурбан, вы хотели рассказать про то, что сделали нечто, то есть что люди сделали такого, что, за что их можно осуждать. Да, неверие испытывало, лицемерие и неверие, многобожие, скрытое пусть, потому что его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, явное многобожие искоренило из Аравийского полуострова. Скрытое неверие, скрытое лицемерие, ну, лицемерие, в принципе, всегда скрытое, скрытое многобожие испытывало надежду. В Священном Коране имеется об этом аят. «Аль-йоума яиса алладина кафару мин диникум». Они испытывали, эти неверные, эти неверующие люди испытывали надежду на религию ислам. И их надежда была связана с кончиной его светлости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Его светлость была за 60, более 60 лет. И они прекрасно понимали, что он не является бессмертным, он так же, как и все остальные люди, уйдет из жизни, и это не совсем за горами. И это скоро произойдет. И они ждали этого, выжидали этого. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, дал понять, что у него есть преемник, они потеряли эту надежду на религию. Они поняли, что они не смогут эту религию свести, они не смогут взять под свой контроль полностью эту религию. Они потеряли, как сказано в самом священном Коране, «Аль-Яума я иссалладина кефару мин диникум». Сегодня потеряли надежду на вашу религию те, которые не уверовали. И их задачей было то, чтобы этих преемников, этих носителей света ислама, этих носителей света Бога отдалить от верующих. Обратите внимание, не от мусульман, именно от верующих. То есть их задачей было то, чтобы поставить преграду, поставить в виде смуты, в виде некой духовно-интеллектуальной туманности, когда интеллект и дух не может видеть очевидные вещи. Это точно, то есть как в тумане, когда человек находится и не может увидеть, или когда человек в темноте, если говорить языком самого священного Корана, когда человек в темноте, лям якад яраха, то есть когда человек в темноте или в тумане находится, он близок к тому, чтобы не увидеть свои собственные руки. Близок к тому, чтобы... То есть он не может отличить даже то, что близко к нему. То есть, другими словами, даже то, что очевидно для него, даже в любой другой ситуации очевидно. Они хотели создать именно такую обстановку, такую ситуацию, хотели... Как в священном Коране говорится, «Ла узайянанна лахум фил арды». Они хотели приукрасить омерзительное, а прекрасное преподнести в каком-то уродливом свете, как это то, что мы сегодня наблюдаем, очень часто наблюдаем. То есть ценности мы видим, что в современном человеческом обществе, за небольшим исключением верующих, небольшой группы верующих, не мусульман, а именно верующих. То есть даже среди мусульман есть это искаженное мнение, искаженный взгляд на реальную действительность, когда люди видят уродливое в каком-то прекрасном свете, они что-то прекрасно видят в уродливом свете. За исключением небольшой группы верующих, очень небольшой группы верующих, все остальные люди смотрят на вещи иначе. Именно поэтому обратите внимание, сегодня с каждым днем все сложнее и сложнее становится говорить правду, говорить о высоких и возвышенных идеалах и ценностях. Ну, с каждым днем это становится все тяжелее и тяжелее, сложнее и сложнее. Например, роль женщины в обществе, роль мужчины в обществе. Это ценности, то, что исповедуется исламом, это ценности, которые приносят невероятную пользу как мужчине, так и женщине. Одно из эпитетов, кстати, ее светлости Фатима аз-Захра, саламуллаху алейха, является батуль. Батуль, то есть затворница. Затворничество для женщины – это невероятное достоинство. Когда ее светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, спрашивает свою дочь, что ты больше всего желаешь, что она отвечает? Помните? Если не ошибаюсь, чтобы не видели посторонние. Да, то есть это мечта, это желание ее светлости Фатимы, это для нее достоинство, чтобы посторонние мужчины не могли ее увидеть. Это достоинство женщины, это передает женщине невероятнейшее достоинство, приближает женщину к Богу. Именно поэтому говорят, мечетью женщины является дом. Дом, ее собственная комната, в которой она живет, не общая комната, не гостевая комната, а ее собственная комната в этом доме, является мечетью для нее. Это мечеть женщин. Не видя веру, конечно, Фатима аз-Захра, саламу алейха, ее мечту, мы можем понимать, что это имеет большую ценность именно. Да, посмотрите, это просто простой пример, и, в принципе, это искажение и приукрашивание уродства в этом вопросе уже произошло давно, то есть это не новый вопрос, и с каждым днем вот это вот изменение ценностей и приоритетов с каждым днем меняется, то есть меняется, причем с колоссальной скоростью. Это произошло давно, но сейчас это считается недостатком, это считается, то есть, и даже если вы сегодня появитесь в обществе и открыто будете об этом говорить, люди будут, это будет немножко... Отсталость, как на это сейчас смотрят. Да, то есть я хочу чуть другую тонкость подметить, что человек, который прекрасно это понимает, например, проповедник, человек, который знаком с исламом, он не всегда сможет со всей уверенностью и со всем мужеством и смелостью об этом сказать, потому что после этого могут его ожидать определенные последствия, определенное столкновение с обществом и этим человеком. То есть не так легко об этом говорить. Это вопрос, который, в общем-то, один из вопросов, один из миллионов и тысяч других вопросов, в отношении которых произошли искажения. То есть, и мы немножко отошли от темы. Здесь очень много можно привести примеров, очень много. Но здесь тонкости, и здесь, то есть, борьба ведется за каждый миллиметр, борьба ведется за каждую мелочь, абсолютно за все. То есть здесь хотят изменить вкусы и привязанности верующих в первую очередь, потому что целью являются верующие. Все остальные, они уже находятся на той стороне, кроме все, помимо верующих, являются на той стороне. Целью является вот этот остаток верующих оторвать от этих привязанностей, которыми они привязаны, оторвать от веры, изменить их взгляды на жизнь, их взгляды, потому что сила верующих, потому что сам священник говорит, из-за величия, могущества принадлежит Богу, Его посланнику и верующим. Все остальные не обладают могуществом, не обладают величием. Они хотят их лишить величия, потому что сами упали, сами пали, потому что сами унизились. И ведут за собой. И хотят повести остальных за собой. И поэтому мы очень часто видим, когда эти люди, эти низкие люди встречают достойного верующего, обладающего величием, которое даровал Бог, не высокомерием, не гордыней, а величием, стойкостью, то, что говорит имам Садык, алейхиссалату вассалам, тем, что он крепче, чем скала, они не находят себе места. Они внутри горят, и вся их мечта, они готовы положить все свои материальные средства, все свое время на то, чтобы лишить его этого величия. Эта борьба идется, и чем дальше, как я уже ранее говорил, чем дальше, тем хуже будет становиться, и со временем давление на веру и на верующих будет усиливаться. Хотя сегодня и так уже усилено. Как? Сегодня да, и так уже. Да, совершенно верно. Что все войны практически в странах, где мусульмане проживают. Но здесь дело не совсем в физическом насилии, это хотя тоже имеется, но это не самое опасное и не самое страшное для веры. Самое страшное – это мягкая сила, то, что называется мягкой силой. Или, если информационная хотите, война. Да, если выражаться старой терминологией, информационная война. Информационная война, когда сама идея ставится оказывается под давлением. Сама идея веры оказывается под давлением. Когда человек не может. Сегодня, например, одним из положений ислама является определенное наказание в отношении определенных людей. Это ценности. И эти ценности на протяжении истории ислама доказали свою эффективность в построении идеального общества. Мадина Фадиля, то есть построение идеального государства, идеального общества, идеального города. Они доказали, они являются достоинством, являются ценностью, настоящей ценностью. Но сегодня попробуйте об этом открыто говорить, попробуйте эти положения открыто озвучивать. Это страшнее, чем физическое насилие, чем физическая агрессия. Намного страшнее, намного опаснее. И здесь сражаться и противостоять чуть сложнее, нужно иметь другие средства. В любом случае, мы довольно-таки отошли от темы очень сильно. После его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, была цель отдалить от этого условия, коим является непорочное семейство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, от верующих, поставить преграду. затуманить ум и дух верующих, чтобы они не нашли пути к непорочным, не нашли пути к условию единобожия. Это нашли... цель лицемеров была. Да, да. То есть это, они хотели через преподнесение ложных ценностей в прекрасном свете отдалить людей. И как это у них произошло. Сегодня нас... Удачно получилось. Да. Они... Отчасти получилось. То есть у них... В большом количестве своем. Какая-то задача была выполнена. И они очень много сделали. И очень эффективно действовали. Я даже так выразился. Использовали все силы. И очень многие люди, которые поддерживали его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, считались на протяжении его жизни достойнейшими из людей. И здесь вспоминается Тальха и Зубайр, которые были одними из приближенных пророку, саллаллаху алейхи вассалям, людей, в отличие от, например, тех же самых первого и второго халифа, которые не были настолько приближены. И, например, у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, постоянно были конфликты с этими двумя людьми. Это в истории описано. То один конфликт, то другой конфликт. Они постоянно в чем-то находили у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, недостатки, в чем-то они были недовольны, в чем-то они были не согласны, в чем-то его обвиняли и так далее и тому подобное. Ну а эти Тальха и Зубайр не были таковыми. Меч ислама. Они были совсем другой категории людей. Были опорой его светлости посланника Аллаха, саллаллаху. Но эта туманность и эта тьма, которая увела их от этого источника света, от семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И здесь и важнейшим, и даже, возможно, отчасти единственным бойцом, единственным человеком, который противостоял, и задачей которого, как мы обнаружим из преданий, миссией которого было, и жизнь ее была, цель ее жизни было то, чтобы помешать этому, не дать не людям, обратите внимание, а именно верующим, маленькой группе людей верующих, искренних людей верующих, то есть людей, для которых важна была истина, которые искали по-настоящему истину, со всей искренностью искали истину, даже при всех своих недостатках. Задачей этого человека, коим является ее светлость Фатима аз-Захра, саламулла алейха, было не дать этому движению Сакифы, движению лицемерия, движению неверия, движению многобожия, не дать этому движению оградить эту небольшую группу верующих, искателей истины, тех, которые поручили себя истине, не дать их оградить от света семейства непорочного семейства его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть мы обнаруживаем, что это главная противодействующая сила движению Сакифы, это главный участник в этой борьбе. И мы обнаруживаем, это начало борьбы, нет, да? Нет. Или... Обратите внимание, его светлость Али ибн Абиталиб, алейхиссалам, когда она ушла из жизни, перестал вообще что-либо делать в этом отношении. Какую-либо борьбу активную вести перестал. Ждал его светлость Али ибн Абиталиб, алейхиссалам. И на протяжении этих месяцев, пока была жива ее светлость Фатима аз-Захра, и мы из предания также обнаружим, что это была ее миссией. И смерть, которую она приняла, это была осознанная смерть. Смерть, то есть выбранная ей самой. Она сама этот путь выбрала. То есть, если бы задача была бы, например, прожить еще дальше, если было бы нужно для этого света, для сохранения этого света прожить еще дольше, это было бы возможно. Но она пошла на это. И мы здесь из предания, в частности, например, имеется предание, но я думаю, что... Время, да, подошло к концу. Если хотите, можно отстать на следующую передачу. Да, иншаллах, тогда мы об этом еще поговорим на следующей нашей встрече. Но в любом случае мы обнаружим, что ее светлость Фатима аз-Захра, саламулла алейха, и в преданиях об этом говорится, и аяты из священной суры Нур это также подтверждает, что она была главным участником в этом противостоянии с этой тьмой, которая должна была покрыть и отдалить верующих от этого источника, от этого условия единобожия. Спасибо, уважаемый шейх Курбан. Очень полезная была информация. Иншаллах, мы вас ждем на следующей передаче, заключительной, чтобы завершить эту тему. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассаламу ва рахматуллах баракатух. Уважаемые телезрители, а на этом я с вами вынужден попрощаться. Приношу вам вновь свои соболезнования в связи с этим человеком, с этой личностью, которая пожертвовала собой ради того, чтобы мы познали истину. На этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.